лучшие курорты Китая. Посмотрим. Харбин. Этот курорт располагается на северо-востоке Китая и по праву считается самым крупным на этой территории. Харбин отличается от своих соседей богатой флорой и фауной. Отсюда берут свое начало две китайские знаменитые династии – Цзин и Цин. Изначально город считался традиционным древнекитайским поселением, но спустя какое-то время заслужил славу многонационального. Город Харбин стал первым в Китае, где активно начала внедряться марксистская идеология. С образованием Китайской Народной Республики город значительно повлиял на развитие провинции и страны в целом. В отличие от других туристических курортов Китая, лучшее время для посещения Харбина – это зима. Связано это с главной достопримечательностью места, а именно ледяным городом. Это самый крупный и завораживающий внимание объект среди всех подобных аттракционов не только Китая, но и всего мира. Харбин активно развивается, не стоит на месте его экономика, промышленность и, конечно же, туризм. Посетить его следует всем, кто любит полностью проникнуться бытом и культурой незнакомой страны. Отдых здесь подойдет всем любителям древних памятников культуры и важных исторических строений. Архитектура здесь самобытна. Что касается природы, то, как и во всем остальном Китае, она отличается особой живописностью. Спасибо за просмотр. Если соберетесь, то приятного вам отдыха. Но не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!